Дорогие друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Что ж, мы начинаем свой влог. Начинаем свой влог, то что мы проезжаем в городе Серпухов нашу площадь Ленина. Здесь находится красивый цветочный магазин. Только что проехали. Также показана наша площадь. Соответственно, пробки, как всегда, в городе. Показываю и спереди, и сбоку, и сзади везде. Немножко так стоим. Показываю вам нашу осеннюю атмосферу в ноябре. Здесь время обед, поэтому людей мало. Кто на работе, кто в школе, кто учится, в общем. Поэтому людей особо не видно в парке. Но зато все равно пробка есть, по которой мы медленно движемся. Здесь постоялый двор, это ресторан тоже. Вот видите, сколько машин. В пробке стоим. Ну а сейчас мы едем за нашей Викулей. Как раз таки забирать ее, она будет вместе с нами сегодня. Итак, мы уже вернулись домой, забрали Викулю. Здесь мы начинаем нашу лепку. Немножко ускорила, потому что это процесс, сами понимаете, с ребенком такой долгий. Здесь мы лепим мороженое, какой-то блинчик, что-то типа того. Вот наши усердия здесь видны. Викуля старается, бабушка помогает на фоне. Я все это дело снимаю. Для архива и для вас, и для нас. Думаю, в будущем это будет интересно. Ну, а сейчас уже ускоренную останавливаю. Смотрим в реальном времени. Так, блинчику сколько даем баллов? Сколько даем баллов блинчику? 5, 10. А мороженому вот этому красивому сколько даем баллов? Тоже 10? Да. И у вас ничья. Победила дружба, да? Да, а вот этот куда? А этот мы что-то еще сейчас сделаем. Ну да. Примять хочешь? Смотрите, как хорошо. А что там у тебя? У меня цвет хороший получился. Угу. С Викулей у нас тут тихий час, да? Сейчас я салфетки принесу. Так, я рисую дерево. Это какая-то кисточка у нас с тобой неправильно. Это капельки. Потом вот так вот кисточку сюда. Смотри, Вик, смотри на меня. Вот так, когда сделали, ее нужно вот эти стенки отряхнуть водичку. Вот так вот размазать. Да-да-да, еще, больше надо, больше. Чтоб вся водичка с кисточки ушла. Прям труси вот так вот. Вот так вот. Вот. Да, чтобы все ушло. Все. Я буду рисовать. Травку? Давай. Какой красивый цвет. Какая травка вообще. Прям вообще. Муа! Красота получилась, да? О, как хорошо получается. Вот, я тебе про это говорю. Вот так вот махнула, вот так вот, хоп. А потом вот так вот. Как хорошо получается. Да. Какая зеленая вот. Зеленая. Подожди, вот только бабушка, помогай. Давай вот так вот с тобой. Вот так вот получше надо, чтобы отжать ее, чтобы не было много воды. Давай, такую красочку берем. Красную. А это что у нас будет? Подожди, не так. Надо вот так. Так. Все, достаточно. Так, стоп. Правильно берем кисточку. Вот так берем кисточку. Вот, молодец. А это что у нас будет красное? Это ничего. Красные листики. Листики клена. Они у нас красные. Вон, смотри, как у Оли дерево получается красиво. Ух ты!
Вот, и у Вики хорошо получается. Это мама, маме такое письмо. Письмо маме? Какое вода теперь такая прям темная-темная открытка. Ну да. Хорошенечко водичку надо. Не здесь. Все. Не здесь, вот здесь. Вот тут, чтобы она стекала. А это зачем? А это если вдруг, вот видишь, ты намочила тут, вот, чуть-чуть промокнуть. Нет, это так, давай. Я хочу ручкой потом вытирать. Так, берем. Какой дальше берем? Давай желтенький. Нет. Желтенькие листья у нас же тоже есть. А это что у нас будет фиолетовое? Нет. Не надо так сильно. Вот кончики только, кончики. Вот так. Чуть-чуть. Вот кончиком рисовать. Вот так. Еще макнуть красочку. Еще. Давай, только не надо сильно давить. Чуть-чуть. Не дави сильно, Викуль. Кисточка просто слишком большая. Давай, может быть, кисточку поменьше мы тебе найдем. Давай. Вот, смотри, какая кисточка. Она поменьше. Не хочешь? Как слизь. Угу. Не дави сильно. Там у тебя только одна вода получается. Я закончила свой рисунок. Да. Уже закончила, Виколь? Да. Кисточка, конечно, большая. Конечно, но поменьше. Все, ты рисуй вот это мне. Вот маленькая кисточка есть. Не надо. Давай мы его оставим, чтобы нет, это так, он так, должен высохнуть, письмо. Вик. Так мы его поставим в сторонку, он чтобы так он... письмо сделать. Так письмо надо... Он нет, высохнет. Он должен высохнуть. Оно никуда его никто не забирает, Вик, ты чего? Смотри, вот мы его ставим здесь, вот, чтобы оно сохло. Вот оно подсохнет. Давай, еще будем что-то рисовать? Давай, солнышко, речку. Будем? Нет. Все? А солнышко, быстро. А речку. Смотри, Оля, дерево нарисовала. Нет, ой, мне еще что-то там рисую. Так, я Оля... солнышко начинаю. Ой, на еще одно. Угу. Еще одно. Угу. Прям двое. Мы рисуем солнышко, да? Давай, иди садись. Куда ты идешь? Куда ты? Ты хочешь с той стороны? Давай, садись. Сейчас будем рисовать дальше. Смотри, над солнышком. Теперь надо лучики. Да, я тебе буду подать. Давай. Да, нам свет не нужен, да? Да, свет нужен. Делаем солнышко. Обмакиваем кисточку. Ух ты, какую воду получается. Можешь еще вот этой? Можно, да. Так, теперь мне нужно небо. О, какой красивый получится голубое. Небо, да, у нас вот такое вот облачко. А облачки у нас и бывают вот такие? Да. А еще облачки бывают белые? Белые. Это у нас тоже будет с тобой. Белые тоже будет. А что там ничего нет? А вот макаем сюда твой. И вот так вот сюда. Да, можно. Вот. Давай его вот сюда поближе. Что? Угу. Нет, пусть все тут стоит. Нет, оно мне здесь будет мешать. Вот здесь пусть будет. И вот так вовнутрь облачко белым. Видишь? Добавляем белого. Добавили. Сюда немножко подвинь. Давай. Так, дальше.
Вот и вот это можешь. Угу. А ты не хочешь, нет? Я уже свой рисунок закончила. Вот мой, вот мое рисунок. Просто я ничего не умею рисовать. Ну ты давай научимся. Ой! Ой! Аккуратно! Эй, аккуратно, сейчас все разрушит. Так, дальше что мы рисуем? И Мишка к нам в гости придет. Домик. Да, я. Викуль, давай домик рисуем. Нет, нет, нет. Почему? Пусть... нет? Домик это самое главное, где мы будем жить. Нет, пусть собачки рисуют. Собачка на тебя смотрит. Ау-ау. Вот. Ау-ау. На нас смотрит собачка. Вот, она сама смотрит. Вот, видишь? Угу. Я тебе буду давать. Садись, садись. Давай, что-то будет тебе. Давайте вот эти. Дай. Угу. Вот эти листочки буду подавать. Ой, тут вот, я буду вот эту поделку сделать. И бум, из бумаги. Давай вот эти уберем в сторону. Я буду делать собачку. А я пока домик, да? Так. Пока пусть так побудет. Это соединяем. Вот эти полоски соединяем. Вот такой готик. Хорошо получается? Да, отлично. Проложим часть линии. За мной повторяй. Давай. Так, немножко далеко. Вот. Пусть. Вот. Щечки будут маленькие, а что такие огромные? Вот. Вот. Угу. Я решила собачку делать. Давай. Вот. Щёчки. Вот. И вот. И вот тут глазки. Давай. Что-то чуть-чуть не получилось. Это ничего страшного, такая собака. Красивая собачка. Да, вот, я такую поделку сделала. Щечки. Я... все. А я рисую тебе интерес... цветочки такие. Они интересные, они очень редкие-редкие. Вот. Кого еще нарисовать? Собачку. Вот беленькую. Беленькую собачку? Да. С вот таком красным бантиком. У нас беленькой нет. Давай она будет какого? Надо из этих цветов выбирать какую. Дай синюю. Давай вот эту. Или нет. Вот эту. Давай вот эту. Там водичка. И бантик красный. Ой. Только бантик вот такой будет. Красненький. Вот прям бантик вот, так, вот такой, вот такой, вот такой. Там темненький, темненький. Прям. Угу. Синенькая собачка. Угу, сейчас красный бантик. Нет, прям вот таком потемнее. Прям, ух ты, как красиво. Угу. Пока я собачку достану, чтобы на тебя смотрела. Угу. Чтобы не упал. Ну, черепаха какая-то получилась. Какая черепаха? Как будто черепаха, да? Нет, это собачка похожа. Хорошо, будет собачка. Да еще. А у собачки что должна быть мисочка, да? У собачки должна быть мисочка с водичкой. Сейчас мы мисочку нарисуем. Да?
А молочко вот. Молочко? Да. Ну, хорошо, тут молочко. Так, что еще нам? Что так далеко нарисовала? Это она к ней идет, типа. Это типа она к ней идет. К мисочке. Да. Что еще нам надо? О, домик. Еще домик? Да. Прям большой-большой. Это для собачки домик. Не, это тоже, это знаешь, это пристройка, назовем ее так. Нет, это для собачки домик, а это для людей. Большой-большой домик, да? Да. На. Прям сильно вот сюда. Угу. Делай. И тут закрасить стол. Давай, закрашивай. Где вот этот коричневый? Да, это коричневый. Аккуратно, по краешку, не выходи за треугольничек. Молодец, у тебя получается. Хорошо. Умница, молодец. Тимка храпит. Получается, да? Отлично. Все, давай высыхать ему. Так, теперь нужно помыть кисточку. Или это еще не все? Так, еще раскрасить коричневый. Хочешь все коричневым сделать? Нет, вот такой просто дом будет коричневым. Хорошо. Надо смакнуть и хорошо стряхнуть. Вот так вот стряхнуть. Какой тебе цвет нужен? Ну, опять коричневый. Угу. Размазывай. Прям как собачка. Угу. Еще там люди живут, а там собачка. Хорошо. Будет будка собачки такая рядышком. Поближе. Поближе сделай. Угу. Кисточку так плавно делай, плавно. Угу. Ты следи, да, за тем, что вот у тебя кисточка рисует, не выходя за линии. Надо немножко макнуть. Смотри, надо немножко макнуть. Немножко водички сюда. Вот собачка вот так смотрит. А ты видишь, чтобы собачку не испачкать? Вот. Делай. Макай слегка. Там же вот так вот, ага, и сюда. Получается, вот видишь, как Тимка храпит. Желтенькое только не закрашивай, да. Вот, чтобы нам свет в окошке остался, да? Угу. Отлично. Вот здесь, да, белые пятнышки. Еще раз макни вот сюда. Угу. Держи кисточку ровнее. Ты всегда должна следить за кисточкой. Желтые не закрашиваем. Аккуратно. Аккуратненько. Молодец. У тебя получается. Молодец. Угу. Правильно. Угу. Нет, смотри. Кисточку надо держать. Смотри, подожди.
Видишь, у тебя кончики все разошлись. Надо сделать так, чтобы кончики были в одном порядке, чтобы они не расходились, как швабра. Хорошо. Вот, вот так вот должна кисточка быть. Вот здесь еще немножко, и все, и больше не надо. Иначе мы зайдем уже на небо. Вот, вот, и вниз иди, да. Угу. Все, теперь моем кисточку. Угу. Давай я помою тебе. Что теперь еще рисуем? Теперь... Да. Чего нам здесь с тобой не хватает? Может быть, речки? Нет. Не хватает клубничной грядки. Клубничные грядки? Давай рисовать клубничную грядку. Она рисуется зеленым цветом. Клубника красная. Клубника красная. А то, что рядом с клубникой какого цвета? Зеленого. Надо же рисовать кустик. Правильно? Да, кустик. Кустик вот такой вот весь он. Вот такой. Один кустик. Еще хвостики нарисуем, а потом клубнички. Да. Только клубничку будем рисовать, знаешь, вот таким цветом. Хорошо. Темненьким. Сейчас нарисуем. Ты клубничку любишь, да? Да, она прям моя любимая. Прям... А где клубничка растет? На грядке. На грядке, правильно. У нас на даче, да? Вот этот цвет, правильно? Угу. И теперь делаем, смотри, вот такие точечки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь макаешь ты и даю тебе все. И ты также аккуратно держи вот сверху и делай точечки вот так вот, как на первом кустике. Нет, точечки попробуй держать вот так вот, смотри. Вот так вот держишь и делаешь точечки вот так вот. Аккуратно и вот так вот. Пробуй. Сама пробуй. Вот. Макай в красное. Поняла, да, как делать красиво точечки? Увидела? Макай сюда, чтобы было поярче. Вот так же макай, да, вот так вот. Вот так вот сверху. И потом также сверху давай на вот этот кустик, на кончик. Точечка раз, точечка два. Молодец. Точечка три, четыре, пять, шесть. Семь. Молодец. Семь клубничек у нас на грядке. Хочешь, сделай поярче вот этот кустик тоже. Вот тут клубничек. Хорошо, нравится. Хорошо, хорошо. Можно нарисовать корзинку. Будем рисовать корзинку с клубничкой? Да. Давай нарисуем корзинку, как ходим за грибами, как собираем клубничку. Это собачку сделала. Так, нет. Давай корзинку сделаем вот такого цвета. Вот. Смотри, корзинка у нас рисуется вот так вот. Так сделаем, потом вот так сделаем. И сверху вот такая вот дуга. Да. Палочку, да. Да, вот так вот. Давай покажу еще. Потом вот так вот палочку делаем. Вот это, но это надо, чтобы высохло. Вот это типа корзинка. И теперь внутри нее, смотри. Слышишь? Смотри, вот внутри вот этой области нужно нарисовать красные вот эти точечки, типа ягодки. Вот так точками, на, держи. Именно вот здесь. Именно вот здесь. Нет, ну ладно, пусть будет так. Оп-оп, видишь, много там. Ну, немножко растеклось, ну ладно. Вот, именно здесь. Дальше не ходи, да. Вот, у нас полная корзинка, да? Просто водички много там попало. Угу. Все, Куленька, все тебе яблочко порезать? Нет. Давай покушаешь. Нет. Я его почищу, нет. Долечками. А что хочешь? Что будем делать? Сейчас будем что-нибудь лепить, правильно? Сами будем делать, готовить что-нибудь. Нет. Будем. После рисования обязательно мы что-нибудь придумаем. Давай сначала покушаем, я пойду погрею. Не хочу кушать. Ну чуть-чуть. Уже пора кушать, Викуля. Не хочу. Мяско. Я не хочу. А что хочешь? Ничего. А волшебную картошечку кто будет кушать? Я. Ну вот. Когда ты проголодаешься? Сначала надо мяско покушать. О, дай чуть полетим.
Давай отдохнем немножко, да. Письмо. Это будет маме письмо. Письмо маме, да? Что ты маме там написала? Это такие... Вот у нас вот это получилось. И Викуля делает письмо. Водичку надо заменить, она слишком темная. А мы сегодня будем волшебную картошечку делать вместе. Правильно? Угу. Вместе будем показывать Викуле, как мы ее делаем. Все. Показывай письмо. Подожди, стой, 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 стой. И надо письмо подписать. Кому письмо? Маме? Да. А вот эту собачку вот тут оставим. Смотри, а с собой вот это. Смотри, я пишу слово «маме». Маме. Ну хорошо. А папе что-нибудь написали? Папе нет. Нет. Папа мебель собирает, работает. Это тоже маме. Подожди, сворачивать нельзя, оно еще не высохло. Его надо положить туда, где было твое письмо. Это еще не высохло. Все, вот это убегаем. Так, собачку убегаем. Отлично. Вот собачка на нас. 6:52, первый снег. Классно, да? Угу. Это кто-то с собакой гуляет. Непривычно, да? Кто-то машину чистит, кто-то с собакой. Тут на подоконнике тоже у нас снежок первый. Слушай, наметет так, прям как будто уже зима-зима, так красиво смотрится. На фонарике. Вон 6:52 так намело. Классно. Дорогие друзья, спасибо большое за просмотр, что посмотрели это видео. А с вами мы уже увидимся в новых видео. Всем пока-пока!